жалықты аналар. Менің туып өскен жерім Ертіс баян өңірі. Павлодар қаласында білім алдым, жұмысқа шықтым. Қазіргі күні 5 бала тәрбиелеп отырған анамын. С момента зарождения нашей семьи мы с супругом работали специалистами на крупных предприятиях города. И в какой-то момент мы поняли, что хотим развиваться, идти дальше, хотим готовы к новым проектам и переменам жизни. И в 2005 году мы открыли свой первый фирменный магазин. И дальше было строительство и открытие предприятий питания. В процессе ведения семейного бизнеса появился интерес и желание заниматься животноводством. Так как знаем, что наше государство ведет большую политику и поддержку среднего и малого бизнеса и поддержку сельского хозяйства. Благодаря поддержке фонда «Дому», дорожной карте бизнеса, нами был приобретен и завезен из Канады крупнорогатый скот мясной породы «Ангус» для разведения. Также была приобретена техника в лизинг. Была огромная проведена работа по запуску орошаемых земель, более чем 200 гектар. Трудоустроено более 50 человек в совхозе «Заря» Павлодарского района. Сегодня мы особо ощущаем поддержку государства и внимание со стороны государства к многодетным семьям. Так, в Павлодарской области все 756 многодетных и малообеспеченных семей получили продуктовые наборы. 310 семей завезли уголь, дрова, обеспечено бесплатное питание в школах более на 75 миллионов тенге. Бесплатный льготный проезд на городском транспорте для более чем 1500 детей из многодетных малообеспеченных семей. Я сама, как мать, воспитывающая пятерых дочерей, которые учатся в школе, с детских лет прививаю навыки к труду. Учу их быть, самое главное, быть благодарными. Благодарными земле, на которой они живут, благодарными стране, в которой они могут развиваться, получать образование, получать медицинскую поддержку. И самое главное, быть благодарным также семье, родным и близким. И хочу выразить огромную благодарность нашему Елбасы за тот мир, который существует в нашей стране, за ту возможность развиваться, расти, вести бизнес, совмещать бизнес и семью. Потому что созданы благоприятные условия для создания семьи, для увеличения демографии населения Казахстана. За нами это не предел, мы готовы дальше идти. И благодарна за то, что рост благосостояния граждан все-таки стремительно растет. Я, как член Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, хочу сказать, что мы ведем также постоянную работу по оказанию благотворительной помощи многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную ситуацию. Положительный резонанс получили у нас проекты как «С добром в душе», «Ты не одинок», «Терапия творчеством», «В доме дружбы» установленные боксы для сбора вещей многодетным семьям. Өз сөзімді қорытындыла келе, әрбір Қазақстан азаматы тынымсыз еңбек ету керек деп ойлаймын. Рахмет.